Ну что, всем доброго дня. Настало время дальше. Турнир есть третий день. Буквально часик остается, второй день, да? Часик остается до третьего дня. Ну и мы вылетаем. Значит, будем играть по центру и боку. Значит, здесь ускоряем. Можно, конечно, взять Мнезиуса. 250. Ну, давай так попробуем. Что выйдет? Посмотрим. Так, ну по камням здесь не ахти. Так, Фоппи уже готова. Две стрелы всадила. Эта тыква у меня уже почти всаженная. Ну, уже все. Минус тыква. Так, ну, забрали самого такого напряженного. Так, два минуса есть. Остался Бьорн. Ну, из таких неприятнейших, кто может нас нормально так задвинуть. Давай вот здесь попробуем. Зеленый выйдет. Нет, не вышел. Бьорн минус дает. Так, значит, что у нас? Следующее. Блин, а он бьет, смотрите. Эти, вернее, двое. Они могут нормально так нас раскатать. Давайте уже заряжаем всех. У меня хил есть. Благо, да. Раз, два. Сейчас еще раз зарядим его. Да. Раз, два. Зелень нужна. Нет, зараза, не подъезжает. А этот бьет капец вообще. Смотрите, что творит. Ну все, пипец. А, фиолетовый подъехал. Ну и сейчас не дадут тычку. Вы че, реально что ли? Прикинь. Хо! Не зарядился Бьерн. Ладно, одно поражение в день мы можем делать, но не больше. Не больше. А, бревно вот это. Дремучее. Злючее. Блин, а бревно нормально может так нас сейчас пофиксить. Так сказать. Положит сейчас, да, нас? Не, ну хотя не должно. Вроде живем. Следующего забираем. Вот этого. Сейчас гнома этого заберем. Нет, не удалось. Ла-ла-ла-ла-ла. Давай, бей. Там разделение работает, так что спокойненько живем. Блин, надо было... Эх, активировать эту хрень. Что-то... А, Грэмс поднял. Я не заметил, ребята. Грэмс поднял. Вот оно как. Все понятно. А я-то думаю. Ёлки-палки, как там это все?
А у нас же там Грэм стоит. Точно. Давай-ка накинем. Раз. Два. Желтыми еще накидаем. Ну, что-то здесь они стоят вообще. Толку мало от зеленых. Блин, да он всех ставит, ну капец. Просто жесть. Как-то неправильно мы идем. Вообще неправильно. Двигаемся просто в неправильном направлении. Но тут, видите, поначалу дед очень скилловый попался. То есть, как бы здесь вообще не вариант было. Ну, последний ход. Здесь, наверное, полетит знатная поляна. Да. Это... Рыболов, спортсмен. Не, ну здесь очень сильно. Блин, неужели вылетим во второй день? Да ладно. Нет, я здесь вообще поменяю полностью состав. Здесь надо заходить вот так. Блин, этот Джек, конечно, беспонтовый напрочь. Может, вот так здесь? А? Как вам такой расклад? Мы сейчас попробуем отыграть и на красных, и на зеленых. Сначала красных вгоняем. Блин, зараза. Ну, должны его пробить. Теперь зеленых. Ну, зеленых у меня меньше, чем красных. Вроде снесли всех. Уже здесь они ничего не делают. Так, есть. Так, ну два последних осталось, в принципе, здесь. Наверное, опять так же. Хотя... Кролик... Вот я второго еще не докачал. Мнезиус этого. В принципе, с двумя можно было бы. Ну так, отыграть чисто. По фану. Сейчас подумаем, посмотрим. Зелень есть. Полетела. Угу. Отлично. Так. Ну, здесь взрываем. В принципе. Ну, как вариант. Этот, я думаю, что добьется. Давайте возьмем так вот. Раз, два. О, что мимо-то? Ну, ребят, мимо. Кто же мимо-то бьет? Здесь победа. Да. Далее. Ух ты. Не, наверное, так же поедем.
оптимальненько, так, знаете, оптимальный такой состав. Зелень есть, красные. Правда, зелень не ложится как надо, но что поделаешь. Чего поделаешь? Так. Ну, допустим. Так, там сейчас это Элло. Блин, а почему не хватает? Кэрилла тоже не забрали. Бертон. У нас. Давай вот здесь. Мимо пролетает. Так, он здесь разделение включает. Отлично. Насколько он ходов держит? 63 хода. Ну, здесь сейчас аккуратно надо зелень подогнать. Блин, красные пролетели, зелень есть. Давай, Карел, должен лететь. Есть. Кстати, зеленуху можно под комбо здесь загнать. Вот так. Раз. И здесь гарантированно слетает 6 камней. О. Так, мне Зеус мимо. Ну, где-нибудь сбоку давайте здесь поищем. Так, раз. Толстяк отлетел. А, ну у нас красный есть. Должен с красных зайти сейчас. Ладно, хилим. Аккуратно. Еще раз хилим. Так. Ну, смотрите, как толстый отыграл-то один на один. Ну и на этом все. Всем пока-пока.